Приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша. Вы на канале Князь ТВ. Сегодня у нас распиздяйский видос, такой даже гильдийный немножко, потому что сегодня будет со мной находиться рядом Женька Зануда. Вот, здорово. Здорово! Чё здорово-то? Я сказал уже. Нихера не слышно было. Вот. И мы будем сегодня отвечать на вопрос, нужен ли нормальным пацанам, пацан-трэшечкам, вот такой вот Анубис с воодушевлением. А то в последнее время это модно, типа прикольно, молодежно. Анубис с воодушевлением, вся херобора. Помимо того, что мы будем распиздяничать на аккаунте Женьки, мы также перейдем на аккаунт Аделя, тоже нашего сагильдийца, и будем еще и пытаться каких-то героев ему выбить. Ну а если вы хотите вступить в наш дружный коллектив, вы не рисуете на заборе письки, вы хотите развиваться в игре, то милости просим, диктатуру от 300 тысяч силы. Нужно не сливаться на битве гильдий, активно играть, быть взрослым, адекватным. Годков так от 23-25. Как минимум, будем ждать. Битва гильдии преимущественно первые и вторые места. Так что ждем. Ну, полетели. Давайте посмотрим, что ли, на Анубиса. Попробую очередной раз объяснить. Многие в танке. Во-первых, что такое воодушевление? Это талант. Новый сравнительно талант, который дает при максимальной прокачке каждую секунду прибавление 33% энергии, по сути. Вот, то есть 4 секунды и полностью энергия восполнилась. Даже 3 секунд хватит при условии, что Анубиса кто-то будет долбить, потому что ему единичку энергии добавят. И такой талант выгодно ставить в первую очередь на героев, у которых есть автопрок. Что такое автопрок? Потому что если я, не дай бог, не скажу об этом видео, не повторю, меня же вы задолбите в комментариях. Автопрок — это когда герой будет включать свое умение без удара при восполнении 100% энергии. Вот такая вот херобора. Чё тебе, выпало воодушевление, и ты решил, типа, поставлю? Да, это было сразу после обновления, в котором его ввели, поэтому я так думал, что я просто нагну всю игру с этим Анубисом, если поставлю и прокачаю ему воодушевление. Но, как оказалось, тем так, как я полагал. Сегодня, понимаете, просто попытаемся сегодня раскрыть вопрос, нужен ли этот такой вот Анубис простым игрокам. Это игрок, которые не заботятся о своей защите, или им не надо по каким-то причинам заботиться о своей защите, да, на битве гильдий. То есть, если на вас почти не нападают на битве гильдии, если вы просто хотите там полноценно играть, там бегать этим Анубисом, не знаю, на той же битве гильдии на кого-то нападать, бегать этим Анубисом в забытой битве, в остальных локациях, и попробуем разобрать вообще смысл таланта данного на Анубисе. Если вы, конечно, не Медевин, там, не Зверский, не, вы не топ какой-то топовой гильдии и так далее. Ну чё, рассказывай. Чё, куда пойдем? Давай в рейд, что ли? Покажем вообще, что это такое. Вообще, он очень хорошо себя проявил на угольной армии. Ты сейчас можешь посмотреть, сколько я набил, и очень удивишься. Для моего аккаунта это, конечно, весьма немало. То есть, ну, где-то он себя проявляет, да? И сколько ты набил? Просрал я угольную армию на этой... В... Аз. Ну, так, около 500 тысяч получается вообще без расстановки рун, артефактов, питомцев. Раньше с Анубисом БВшным у меня получалось в разы просто меньше. Там 200, 300, 350 тысяч максимум. А тут 500 зашел и набил. Также, я думаю, если на угольной армии Анубис себя хорошо проявил, то он хорошо себя проявит и на волнах. Во всех же остальных локациях, полагаю, что никакого смысла в таком Анубисе нет, потому что урона у него мало, защита у него никакущая, и, по сути, какой-то эффект от него есть только, если в локации дается ему время на то, чтобы несколько раз включиться, пока герои добегут, вернее, противники добегут до героев. То есть это угольная армия, волны и битва гильдий.
если ты паришься по поводу защиты, то в роли топа тебе такой Анубис очень пригодится. Ну а других вариантов особо и нету. То есть это по сути Анубис для единичных, так сказать, индивидуумов, игроков. Просто получается Анубис без таланта. Условно. В бою, в обычном, где-то в нападении, в той же забытой битве, он за эти 4 секунды со своим быстрым набором по-любому энергию себе заполнит. Он даже не лучше зачищает юнитов, чем обычный БВшный Анубис. Я на БГ пробовал, хожу с Минотавром, да? Сравнивал Анубиса с Богом войны и вот этого Анубиса. Никакой разницы. Примерно та же вероятность того, что он зачистит базу от юнитов. Ему этот набор энергии автоматически никоим образом не помогает, так как в такой каше, которая на топовых расстановках, даже БВшный Анубис всегда имеет полную энергию и включается по кулдауну, собственно. Тут ему еще энергию нормально сбивают. Ну и на защите тебе этот Анубис особо не нужен. Да, потому что я в последнее время, особенно после того, как прокачал Анубиса, стал посматривать на базы тех игроков, которые меня проходят. Что же там за супер такие топы, которые взяли Анубиса с воодушевлением, прошли. Как так? Я же планировал всю игру нагнуть. Оказалось, что проходят обычные ребята дальниками. То есть как раз играет большую роль то, что у Анубиса нет ни защиты, ни урона. Хотя я ему ставлю 5 БВ рунами. И даже в топорик пробовал засунуть. Это никак не помогает. Анубис ватный, Анубис недамажный. Но прикольный, набирает по 33 энергии в секунду. Вот и... В забытой битве какого ты Анубиса используешь? БВшного. А там в королевской битве при отбитии алтарей какого? Тоже БВшного. Вот. А какие локации, где ты используешь не БВшного Анубиса? Ну, для меня это только... Как называется-то? Угольная армия. Вольт без пятой ремки, Саша, слил мне попытку. Короче, ребятки, вывод какой мы делаем? Хватит там смотреть наши видосы о том, как мы кричим: о, с воодушевлением, круто-круто. По сути, в реале получается такая херобора, что такой Анубис понадобится только единицам. И то только в том случае, если у вас несколько Анубисов. То есть там, не знаю, на защиту, в связке с другими героями, у которых воодушевление, вы ставите такого Анубиса. А потом, когда вы идете, не знаю, в забытую битву, в какие-то другие локации, вы уже берете Анубиса, не знаю, с бастионом, с огненной защитой, плевать с чем, но с чем-то. Потому что, как бы, среднестатистическому игроку такой Анубис нахер не упал. Так что, если вдруг вам повезло и вы поставили... выбили воодушевление, это на самом деле сейчас, наверное, один из самых редких талантов, который падает, вот, то подумайте, надо ли вам именно на одного, на основного Анубиса ставить такой талант, если вы как бы простой игрок. Прикольно воодушевление будет смотреться тогда, когда будет несколько героев с воодушевлением стоять. Вот тогда, да, интересно. А так... Ну что, у тебя на защите все-таки какой сейчас Анубис с воодушевлением ставит, да? Да, пока такого ставлю. Но не факт, что он интереснее на защите в твоем случае, чем БВшный будет, да? Да, потому что с моими героями остальными, при том, что у меня Бигфут вот только появился, Некроса вообще нет, я думаю, что толку от такого Анубиса практически никакого. Я думаю, даже минусоводом он не помеха, потому что я на собственном опыте изучил, что на расстановках топов, у которых стоит Анубис с воодушевлением, Анубис, как правило, промахивается по минусу, на которого действует слоник и который стоит в мече. Тупо промахивается. Скилл срабатывает, но на минус он не действует. И минус спокойненько себе доходит до здания и топает. Ну вот, в принципе, делайте свои выводы, ребятки. Ну а мы продолжаем распиздяйское видео. Сейчас перейдем на аккаунт нашего сагильдийца и попробуем что-то выбить. По поводу Анубиса мы побалаболили. Назову видос как-нибудь громко, почему Анубис с воодушевлением говно.
Вот, наверное, как-то так будет. Сейчас мы оказываемся на аккаунте Аделя. Он в нашей гильдии. И, не знаю, он задонатил, да, эти самоцветки? Ну, конечно, задонатил. Слушайте, смотрите, какой у него донат. 1.5 ляма. Это больше, чем у меня, между прочим. Вообще. Да у вас до хера доната, а некросов нету. Как-то через жопу вы донатите, блин. Уже с таким донатом могли взять и все некросов навыбивать. А, смотри, у него ник Подзибун. Придумает же. Вот. Так, что у нас тут? Давайте я не буду говорить, короче, каких он героев хочет. Потому что мы их все равно не выбьем. Просто возьмем паролем. Подзибуну. Подзибуну возьмем паролем героев. Вот, и как бы посмотрим, что-то выпадет или не выпадет. А потом в конце я уже скажу, что здесь нужно было. Душегуб. Главное, он сейчас Подзибуна пишет в чате VGamers, а ты все, я могу заходить. Так. Ворожей, ну, я не знаю, нужен ему был ворожей или нет, я предполагаю, что нет. Тоже думаю, что нет. Суккуб, вот суккуб и ниндзя нужен. А, ниндзя по-любому нужен. Силы у него мало, пусть качает. Да, 324 тысячи только. Так, ну, и чё? Ну, слушайте, лепите лайки, если вам нравятся такие распиздяйские видео на расслабоне. Вечером записанное, ночью выложенное. Если вы смотрите это видео, значит, у меня сейчас еще проходит, наверное, распиздяйский стрим на ютубе, на котором я буду просто тупо фармить игру. Так. Ниндзя. Или, может быть, видео просто назвать, почему оно без говна. Наверное, все-таки с воодушевлением. Так-то оно без... Вряд ли. Этому слову соответствует. Что, там прикинь, сколько будет кукареков в комментариях. Да, если будет без воодушевления, то и просмотров за то сколько будет, а? Ты вот о просмотрах думай, не о комментариях. Слушай, ну мы уже просрали все самоцветы под Зибуну. Но Ворожея выбили, Рина выбили. Этот роллинг нельзя назвать неудачным. Понимаешь? Трианта выбили. Может, он теперь Трианта на БГ будет брать, если ВАЦ перестанет? Да. Так, подожди. Чё там ему надо было выбить-то? Какие герои-то нужны? Я даже не могу. Бигфут и Фрея недостающие. А мы тебя выбили зато. Рина, Вороже. Трёх ниндзь. Нет, ну, но это ж надо быть наивным таким, да, за один пак это Бигфута и Фрею ждать. Во-первых, до хера она тебе. Вот, потом он что-то кричал, что у него есть коробки. Там ему надо БВ, Баст и Ремка. Ну, давай. У него тут есть коробки, сейчас возьмем, откроем. Поменять. Коробка одна осталась. Ну-ка, твои ставки. Ожог. Ожог, да? Моя ставка тяжелый удар. Ставки не сыграли. Да. Вдвоем мы с тобой. Угу. Ну, ты посмотри, у него даже заклинательница есть. С ума сойти. Анубисы тут распечатаны. Два Ронина, ты смотри. Ронин с каменной кожей, Ронин с богом войны. Это что такое? Зачем, Адель? И причем он насчет ожога мне ничего не писал, типа ему там ожог не нужен. Да. Ну вот у него триант есть с пятой ремкой. Сливается непонятно. Может, двух триантов брать надо? Наверное, да. Вот. Ладненько, друзья. Вот такое у нас видео. Кстати, оно оказалось даже не сильно долгим. Так что
Так что все, так что всем удачки и пока. Вот, Аделю бедному не повезло. Пока, ребята.